Ребята, всем привет, с вами снова я, Жабка, вы на моем канале, и вы слышите новую музычку, и вы думаете, что происходит. Ребята, вышла новая игра от Гарены, новая игра официально от Гарены, именно от Гарены. Разрабатывала ее, конечно, студия Тиме, может быть, вы ее знаете, но, в общем, новая игра от Гарены, мы ее сейчас посмотрим. Я немножко знаю о ней, это гоночка какая-то, и, собственно, я в нее ни разу не играл, а видел только стримы. Собственно, переключаемся на меня, я буду играть с айпада. Ребят, я видел только то, что она вышла на айпады, на блюстаке, вот, например, я с эмулятора пытался ее найти, я ее не нашел, поэтому, ребят... Просто ищите по названию, у меня ссылочек в описании, к сожалению, не будет. Спиддрифтер, давайте на нее посмотрим, залогинимся через Facebook. Ну-ка, войти с помощью. Итак, и что дальше? Продолжить как Иванус. Открыть спиддрифтер. И, собственно, регаемся сразу же, моментально. Там можно через Гарену зарегаться, через гости зарегаться, ну и, собственно, через Facebook. ВК пока что нет. Не знаю, будет ли поддерживаться в России... И что дальше? Так. И что? Salut, je m'appelle Jean-Paul, je suis millionnaire. Tu me plais. Ça te dirait qu'on se marie et qu'on déménage ensemble à Monaco? Чего, блядь? Но если ты хочешь поднимать денежки, поднимать баблишко, то ты обратился по адресу, ведь по моему промокоду ты можешь получить до 6500 рублей при первом депозите. Зайди просто в... Комментарии, там закрепленный комментарий, есть промокодик мой юзай, и, собственно, все. Бонжур, ёпта. Авторизация фейлит. Окей. Как всегда, какие-то неполадки, но это только запуск, ребят. Игра только вышла, только вот вышла. Буквально вот недавно. Буквально, может, пару часов назад, и поэтому могут быть какие-то проблемы. Все. Разрешить уведомление. Соглашаюсь и нажимаю старт. Скорее всего, сейчас будет какая-то обучающая фигня. Оу, май, какая штука. Так, русского языка, как мы понимаем, сейчас нет. Окей. Конфиг. Мы можем создать персонажа. Давайте выберем вот... мне нравятся красненькие штанишки. Вот такие. Какие досики тоже красненькие. Пол мужской, причесочку. Она такая анимешная тема. Оу, май, я тоже так умею. Я похож на не знаю кого. Ладненько, давайте дальше. Рожа. Зачем рожа тут? Ладно, такая рожа пускай будет. Окей, напишем никнейм. Так. Блин, музыка мне нравится. Жабка. Ютубе. Надеюсь, за музыку тут не забанят меня. Креэйт. Итак, собственно, что? Ну-ка, можно? Играть. Все, можно играть, погнали. Я вообще не знаю, что тут. Я знаю то, что она реально у погонки. Кондуктор. Она доступна в России уже. Хотя бы не была доступна. Вот буквально сегодня. Итак. Я на такую лалку похож. Так, ладно, пропустим это все, погнали. Он сам едет? Да, он сам едет. Да, он сам едет, все нормально. А это не работает, да? Ага. То есть, тут обучение пока что. Окей, я, если что, в гонках не такой уж и мастер. Но пока что мне нравится, как это все выглядит. Пока что мне нравится. Так, контрол. Короче, всякие темы дают. Да-да-да, хорошо. Все равно русского языка нет. Давай дальше. Курвае. А, я понял, тут я могу дрифтить. Нормально тема. Конечно, у меня с дрифтом сейчас, наверное, проблемы будут. Вот это я водитель. Я почему-то всегда хочу нажать на дрифт, потому что я думаю, что, типа, оно даст мне буст какой-то. Окей. Мы прошли эту тему первую.
Оно даже, походу, не на английском языке, как я понимаю. Хотя, может быть, переведут. Дают мне какую-то тачечку. Все. Что-то могу сделать. Всякие прокачки, окейси, так. Ну и сейчас поиск какой-то будет. Сейчас мы будем играть, наверное, уже с реальными игроками. Пока что мне, в принципе, нравится. Анимешная такая тема, прикольная, мне нравится. Такую игру я бы... Ну, сейчас посмотрим, посмотрим. Сейчас какими-то нубами тоже буду играть, скорее всего. Но они меня нагибать будут. Тут, то есть, необычная гоночка. Тут не просто надо гонять, а дрифтовать постоянно. Блин, мусло мне нравится вообще. Так. Ну-ка. А почему я не первый, а я последний? Он еще оборачивается такой, эй. Что происходит? О, я примерно научился. А мне нужно же зажимать, интересно, или нет? Что это мне даст? Мне даст это ничего не даст. Окей. Медленная скорость какая-то все равно. Окейси. Поехали сразу же. Поехали, поехали, поехали. Да, давай, 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 давай. Два круга надо проехать, как я понимаю. Пока что я вроде на первом месте, но я не знаю, может это боты. Хотя вряд ли, хотя вряд ли. Хотя хрен знает. Скорее всего, это первые каточки обучающие. В общем, типа мне нужно больше дрифтовать, чтобы получать больше вот этой вот энергии, я так понимаю. Пипец у него там вот это все срабатывает тема. Я ж могу когда полете, типа тоже всякую тему использовать. Пока что... Ой, я еще могу разговаривать. Там еще микрофон, вы видите, то есть... Нормально. Я чуть не врезался нормально так. Все, я выиграл. Все, изи, топ-1, топ-1. Я хочу посмотреть тут, что есть в игре. Я хочу посмотреть, что есть в игруле. Всякие лубы сейчас доезжают. Прикиньте, я выиграл, а эти лубы только начали играть. И что? Что дальше? Ее, жабка топ! Шампанское? Оу май. Оу май. Кстати, турнир был уже по этой игре. Пока она была в бетке. Так что неплохо. На горе не ворота сижу. Левел 2. Окей. Окей, выходим. Что? Да все, отстань. Еще что-то надо проходить. Я реально хочу посмотреть, что там внутри есть. Давай, погнали. Пока что мне нравится, как это выглядит. Короче, опа, во-во-во, тот самый режим, который мне нравился. Тут я могу, короче, использовать всякие штуки, чтобы убивать своих врагов. Вот это вот самое интересное, мне кажется. Да все, отстань, старт. О, я могу ж пропустить, я только сейчас это понял. Давай, отстань. Я опять что-то запустил. Энтвинты кондуктор, кондуктор. Так, погнали. Погнали. Все, погнали, 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 погнали. Ох, у меня пинг большой на самом деле. А, все, уже пинг восстанавливается вроде как. Я что-то прошел, алло. Как выйти? Все, я вроде вышел, все нормально. Все, в общем, я виню. Да все, ну отстань ты от меня. Нет, я хочу отменить. Я хочу отменить, пожалуйста.
О, теперь 3 на 3. 3 на 3 как-то. Какое-то сражение 3 на 3. Вот это вот интересно. Вот это вот интересно. Я, кстати, могу музыку листать, походу. Да, я могу музыку листать. Какой-то чел красавчик. Ну, давай. Такой машет. Нормальный чел. Я мог вначале нажать буст какой-то. Так, что я взял? Я взял ракеты, но мне ракеты не нужны вроде как. Я банан выкинул. Опа, я на... Да ты охренел. На! Я тоже так умею. На! Фига себе! Нормально, нормально, нормально. А что это делает? А, это тормозит. Блин, я не взял что-нибудь. Мне еще кто-то пишет. Опа! Я могу какую-то штуку сделать. Фига себе! А, это я понял. Я, короче, останавливаюсь перед чуваком, чтобы его взорвать. Нормальная тема. Так, кто-то сзади меня. Помогите. Мне не нравится. Мне это не нравится, вообще не нравится. Давай. Нет, ну пожалуйста, нет. Фига нам тут надавали всяких пизделей. А сколько каток? Сколько раз нужно, типа? Вот этот чел, нужно его срочно обогнать. А что я сделал? Давай быстрее, 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 быстрее! А тут еще, все, я топ один. Изи, 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 изи. Изи. Не, пока мне нравится, вот этот 3 на 3, мне вот это понравилось. Типа ты пау, 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 там кидаешь. Нормальная тема. Так, ребят, надеюсь, вам понравился вот такой вот ролик. Давайте я еще больше расскажу по игре в каком-нибудь следующем видеоролике. А добавляйте меня обязательно в друзья, если, конечно, тут можно. Я думаю, тут можно. Если вы хотите стрим по этой игре на NonLife, обязательно напишите комментарий, что хотите об этом по этой игре стрим. Я его более подробно покажу, может, даже сейчас, после выхода этого ролика. Ну и, собственно, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, если вас все это посмотрел, обязательно видосик еще выпущу, только поставьте лайкусики. А ссылочки на игру, к сожалению, нет, потому что, я не знаю, вышла она или не вышла на Google Play. Вот, что тут еще нам покажет? Да все, миссии я не хочу. Да все, дай выйти. Короче, мне дают всяких плюшек, жалко, что нет русского языка. Вот, все, я тут могу все посмотреть. Кстати говоря, я могу тут все посмотреть. Тут даже пропуск есть, я знаю точно. В общем, пока что мне нравится, как это все выглядит. В общем, топовая игруха пока что. Надо английский язык хотя бы, либо русский, надеюсь. Ну и чтобы русская поддержка была. В общем, ребят, всем спасибо, всем-всем-всем спасибо, что смотрел. На этом я заканчиваю. Если хотите ролик по этой игре, обязательно напишите. Если стрим, тоже пишите. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пау. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. У меня есть буст. У меня есть сервис. Не, ребят, блядь, кто писал сценарий к этой рекламе? Это ж пиздец, вы чё гоните?